В августе 41 года, в начальный период войны, когда высокие награды были большой редкостью, уже Арнольд Мэри был удостоен звания Героя Советского Союза. Немало эстонцев принимало участие в освобождении своего родного города. Вот я хотел бы об этом еще раз сказать жителям Эстонии, с тем, чтобы они гордились подвигом своих соотечественников, своих земляков.